Я хочу создать своеобразную библиотеку поэтическую русских поэтов, начиная с 18 века и до наших дней. Но основной упор я буду делать на региональных русских поэтов, которых, может быть, никто и не знает, если говорить о России. Россия велика. Выбираю у каждого поэта несколько стихотворений от 3 до 5. Я уверен, что каждый поэт о себе расскажет в стихах намного больше, чем если бы он рассказывал сам о себе. Думаю, что в какой-то момент каждому из вас стихи понадобятся. Вы услышите в них отзвук своей души. Присоединяйтесь к моему YouTube-каналу, слушайте стихи. Удачи!